Итак, после долгой процедуры очистки мы перешли к следующему этапу. Подготовка рубца к самому приготовлению пищи. Для этого изначально мы должны его замочить в легком растворе перекиси водорода, для того, чтобы убить возможные или оставшиеся кишечные вот эти бактерии. Так, ну вот у нас рубец пролежал замоченный в воде с перекисью. Можно видеть, что он стал совсем беленький такой, чистенький. Остатки запаха исчезли у него. Сейчас обтечет чуть-чуть. Теперь нам остается его вычистить, разделить и почистить. Вот такой вот он получается, беленький, чистенький. Можете посмотреть, что он действительно похож на кальмаров визуально. Осталось его порезать соломкой. Ну вот теперь он пригоден для того, чтобы начать из него что-то готовить.